Жахнет. Вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Это западня. Что-то здесь прохладно. Ну, я вам помогу. Разогрейтесь, чуток. Ah!
Давайте, ребята. Здесь уже все. Еще есть? Ага. Так, походу, в этой хижине гнездо. Точно, гнездо. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. Давайте, ребятушки, поехали. Ублюдки, давайте!
Неужели все? Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Тик, как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Они от холода становятся сильнее. Да ты и сам знаешь. Да-да, Бухарь, я знаю. Ну, в общем, это... Спасибо. Спасибо, что помог, Тик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Ладно. Колеса!
передохнул чуток. Можно снова в бой. Еще один трофей. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора О'Лири. Сам удивляюсь. Что тут у нас? То, что надо. Ну вот, порядок. Регистратор. Заметка номер 1381.
докладывает агент Синклер. Я на зоне захоронения 13Б. Контролирую разгрузку и утилизацию груза. К этому запаху невозможно привыкнуть. Поезда прибывают без остановки. И имеющиеся зоны загружены почти полностью. Я отправила заявки на открытие новых на федеральной земле. Но вашингтонские бюрократы перестали отвечать на мои звонки. Видимо, у них есть дела поважнее. Примечание для Перкинса. Я была права, урод. Да, сначала мы лажанулись. Стали копать здесь, а не в секторе 13А. Но в итоге мы только выиграли. Помнишь, мне пришлось спорить до хрипоты, чтобы эту зону придержали на потом? Я знала, что тут будет ад. Но мне никто не верил. А теперь-то вы все поверили. Да. Да, мы верим. Господи. Возьмем. Черт, кто-то попался. Господи! Тихо, тихо, тихо! Все хорошо. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Скажи, это был Дикон, они поймут. Ладно, беги, только аккуратно.
Вот так. Это здесь. Ладно, посмотрим. Все, не уйдешь. Посмотрим поближе. Еще одна зона заражения.
А я и не знал. О, черт! Тихо!
Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Так, надо осмотреться. Посмотрим, что тут у нас. Может быть, здесь? Осталось определиться, кому это отдать. Бухарь! Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро! Прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил! Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет. Я поеду за ними. А попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости? Ну, наконец-то. Вот так.
Свяжемся с миром. Они больше тебе не страшны. Погоди, погоди! Они замедляются! Видимо, будут садиться! Надо подобраться ближе, глянуть, что там. Так, главное не шуметь.